Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на стриме Мазин Кули Плей. Первый серм, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, блять, сегодня будет, короче, будни для бойщика. Но я подготовился. Я поставил заменку себе. Заменка очень крутая, пацаны. Просто цените. Урал Next. Какой же он охуенный, блин. Вы себе не представляете. Просто охуенный. Да, есть чуть божочек в том, что, видите, прицеп чуть поднялся вот так вот высоко. Но так, блин, как же он охуенно выглядит. Кстати, видите, он красится, как бы он в цвет покрасился. Он на скриншотах был белый, но, видите, он красится. Это очень круто, блин. Это реально охуенно просто. Это реально просто охуенно. Давайте я вам покажу его вблизи, так сказать, и мы потом поедем на нем поработаем. Ну, блин, просто охуенный. Вот, блин, просто обязательно лайк за него поставьте, пацаны. Мне кажется, это очень круто. Заменен он на, получается, ЗИЛ. Какой идет с нулевого уровня дальнобойщика. Урал Next, видите, все дела. Очень крутая моделька, прям просто сок. Просто реально сок. Так, давайте закроем. Просто охуенная моделька, пацаны. Реально, видите, фары все светятся. Просто реально охуенно. Косяков пока что не нашел, давайте проедемся на нем. Поедем, кстати, вот сюда. Вон там база для бочка, мы поедем сюда, короче, через горели. Извиняюсь за свой голос, я все еще болею. Прям очень жестко. Если вы хотите серии по будни дальнобойщика, пацаны, то обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях. Блин, ну конечно, очень круто он выглядит, эта моделька. Жалко вид от первого лица, хреновый. Ну да и до этого в обычной модельке тоже вид от первого лица был хреновый на самом деле, поэтому вот такие вот дела. Сейчас, короче, давайте сюда поедем. Ну, чтобы разнообразить, потому что, ну, постоянно все ездят через Рижевск, мы поедем сюда. Так, аккуратненько вот так проезжаем. Блин, мне сразу эта моделька понравилась, и я сразу просто ее поставил себе. Реально она очень сочная такая. Давайте просто даже чат выключим. Вот так вот сделаем просто. И будем ехать, наслаждаться. Реально, это очень круто. Мне эта моделька реально нравится. Не знаю, как вам, но мне нравится. И вообще, сначала я думал, ну, это какой-то иномарка, просто Next думал, типа, называется. Это Урал Next. Очень охуенная моделька просто. Я реально от нее кайфую, пацаны. Не хотите, чтобы я свой модпак слил, пацаны, полностью? У меня тут что? У меня старый модпак, короче, наверное, ни у кого его нету. У меня тут X5 старый, короче. Бэха у меня здесь. Охуенная, эксклюзивная. И что-то у меня тут еще было, короче. Ну или я могу немного свою сборочку сделать, заменить там машины другие еще. Ну я могу машины для бойщиков заменить, просто я не могу их брать, потому что у меня скилл маленький. А так я бы позаменял на самом деле. Так, G-скилл, давайте посмотрим, какой у меня скилл. Честно говоря, очень давно не работал. Так, скилл. Дальнобойщик у меня второй уровень, короче, да. Еще надо 9 рейсов, и будет третий уровень дальнобойщика. Я особо не работаю дальнобойщиком, я даже не знаю, сколько сейчас платят. Не знаю, какие сейчас рейсы вообще. Так, давайте пробуем сюда выехать. Аккуратненько. Опа, заебись, все, поехали на загрузку, короче. Пизда просто, просто пизда. У меня прицеп улетел. Ну такое, блядь. Пиздец просто. Я просто зацепился, у меня прицеп улетел нахрен. Я его никак не достану. Наверное, придется обратно типа ехать брать грузовик. И потом брать рейс, короче. Бля, все-таки моделька охуенная. Даже сзади очень круто выглядит. Да, конечно, прицепик я проебал из-за того, что заскочил случайно на вот эту херню, короче, на отбойник. И прицеп подкинуло жестко прям. И я вместе с ним улетел в воду, короче, да. Круто. Ну реально, косяков с них никаким нету. Ну, косяков, короче, у него никаких нету, кроме того, что, ну, прицеп просто немного опускается и все. Из-за того, что он такой массивный, так сказать. Хотя ЗИЛ сам по себе тоже не маленький. Поэтому я не знаю. Не знаю, видите, колеса тоже нормально стоят, все заебись. Такой он здоровый, блин.
Когда он без прицепа, он вообще такой красавчик, прям, ах. Это я понимаю, просто настоящий аппарат для дальнобойщика. Просто заебись. Ну просто реально скучно на этом зеле ездить. Как-то он уже надоел, поэтому я решил вот модельку поставить, ну и видос записать как раз. Ладно, берем слово, короче, грузовик, когда, чтобы прицеп появился. Блядь, ну обидно, что, бля, я улетел. Надеюсь, сейчас второй раз такого не повторится. И вот ГТР стоит здесь. Мой. Сейчас секунд пройдет и возьму себе фуру новую. Так, вот я, короче, снова арендовал. Берем грузовик. Так, и погнали за прицепом, короче. Не, ну блин, моделька реально сочная просто. Нам еще новый прицеп выпал. Так. Вот косяки есть только с прицепом, видите? А не, хотя вот этот прицеп, видите, нормально встал прям. Как надо просто. Просто идеально. Поэтому, видите, ну, только с магнитом, этот прицеп магнит, видите, как он чувак поехал. С ним, да, есть какие-то проблемки такие. Но так, в принципе, все заебись. Так, давайте за чуваком поедем, тоже колонной, так сказать. Небольшой колонной такой, вдвоем поедем с ним, короче. Так, давай. Поехали. То я колонна никогда не ездил, хоть чуть-чуть проедемся колонной, короче. Хотя он лагает, блин. Давай. Поехали. Поехали, дружище, давай. Да ёпту налево, что ты делаешь? Какой-то странный чувак вообще. Мне его не обогнать все равно. Ладно, пусть вперед едет. Да ну ёпта, на мосту Южного пиздец. Блин, надеюсь, я проеду. Так, проезжаем. Ну что ты делаешь? Ё-моё, чувак. Заебал. Давай, ёпта. Вот это круто выглядит, на самом деле, видите, колонны так ехать. Это прикольно. Сейчас тогда выйдем, как мы ехали, короче, и поедем в Южный. Загрузимся наконец-то. Ебать, ебланище просто, сука. Просто еблана кусок, блядь. Я просто реально в шоке. Ебаные гондоны, блядь. Пизда просто. Вот как так можно работать, сука? Я просто в шоке, реально. Чувак просто взял и расстрелял просто так нас двоих. Я просто в ахуе. Давайте ремку купим, починимся, блядь. Ой, блядь, сука, это пиздец, реально. Вот, блядь, мы его, сука, не трогали. Какого хуя он начал нас стрелять? Пиздец какой-то, реально. Все, покупаем инструменты, все, поехали. Починимся и поедем, отвезем груз, короче, наш. А, прицеп поменялся. Прикольно, блядь. Заебись просто. Вы не можете отремонтироваться свой транспорт. Блять. Надо еще тебе разъебать его, да? Давай нахуй. Пиздец просто. Давай, ёпта. Какой бред, пиздец. Теперь можно. Все. Заебись. Надеюсь, мы наверх сможем заехать, блядь, а то что-то он какой-то вялый, пиздец. 55 километров максимум едет. Раньше, по-моему, быстрее же было, если я не ошибаюсь. Сейчас что-то медленное очень просто. 55 километров. Мне кажется, АК на двух чипах обгонит нас по-любому. Давай, 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 давай. А, молодец. Выехал. Все, поехали на загрузку. Так, наконец-то я на загрузке, короче. Бля, ну реально очень круто смотрится, согласитесь, просто. Вообще вопросов к этой модельке у меня нету, реально. Она себя очень хорошо проявляет. Я думал, она на самом деле не встанет, но она встала просто идеально. Просто идеально. Так, вот я доехал до первой разгрузки, получается, вроде бы как. Поэтому давайте. Разгружаемся. И едем... Получается, на вторую разгрузку, и там на бабки платят. Ну да, блин, что-то они по-разному меняют, на самом деле, блин.
лучше бы нужно было возить рейсы в Батырево, чем в Рижевск, потому что Рижевск мне что-то не нравится вообще. Как бы, блин. Сейчас посмотрим, сколько нам заплатят, сейчас тем более X2. Я честно не знаю, сколько здесь платят. Потому что я где-то не работал дальнобойщиком, ну месяца два точно не работал. Да я вообще не работаю дальнобойщиком. Я чисто захожу покататься на бэхе и все. Ну и на ГТРе покататься. Но так я не дальнобою. Но если вы будете хотеть, чтобы я снимал такие серии дальнобойщика, то я буду их снимать. И буду работать, так сказать, дальнобойщиком. Ну а кто хочет, чтобы я слил сборку, тоже пишите в комментариях. Ну как сборку, блин, просто старый модпак, где заменено пару машин. Вот и все. Ебать. Чувак тупо слил 20 миллионов в никуда. Я просто в шоке. Так, давайте сейчас разгружаться будем, короче. А, чувак 20 лямов просто слил, ну, в жопу, грубо говоря. Ну, оно так и есть, он тупо в никуда их слил. Лучше бы реально рыжикам отдал. Прикиньте, 20 миллионов раздать рыжикам, это ж пиздец. Мне кажется, больше бы даже людей начало бы играть. Прикиньте, вот каждому рыжику дать там, ну, даже по 100 тысяч. Я думаю, они будут довольны вообще. На спавне чисто раздавать через каждый час по 100 тысяч рыжикам. Ну, вот лям чисто раздал, там 10 человекам по 100 тысяч раздал и заебись. Как бы, блин. 10700, ну такое себе. Такое себе на самом деле. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was